Всем привет, мастерская салон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас будут в обзоре в наличии три ножа хитрый налим. Не спешите, что я достал с этим хитрым налимом. Сегодня ножи, даже не побоюсь этого слова, таким уникальным деревом, но о нем позже. И будет один нож Скинду, сталь М398. Ну, сначала небольшой анонс. Мы тут завели в работу несколько наборов кухонных из трех ножей со сталью Core-X. Ну, вот пока делаем, в принципе, заказы идут, люди спрашивают, бронируют. Остался один набор клинков. Почему я решил показать? Потому что, ну, если честно, мы планируем сделать рукояти из сувеля, березы, янтарь, цвет. Ну, пока никто не поддержал нашу идею и заказывают с другим деревом или там с микартой. Вот. Поэтому я решил показать, ну, вдруг кому-то интересно, кто-то другой цвет, а мы уже изготовим и будут вот сделать с другим деревом, другого цвета. В это время уже металл может не появиться, не быть. Там есть сегодня пол листа отвез на вырезку, но еще не говорили, чего вырезать. Вот. Поэтому, если кого-то интересует, значит, бронируйте, говорите, какое выбираете дерево, Иван вам скажете там цвет или чего-то, какое дерево интересует, изготовим. Ну, а если никого не заинтересует, то впоследствии это будут наборы с трех ножей с сувелем березы, цвет янтарь. Давайте я вам сейчас покажу такие вот клинки. Этот шеф большой, 205 миллиметров, длиной и шириной 45 миллиметров, толщина 2,8 миллиметров, режущая кромка 0,3 миллиметра. Вот такую мы сделали нарезку. Это для того, чтобы мы уже делали маленькие шефы элитные, но они быстро ушли, поэтому мы решили продолжить эту тему и сделать уже наборы такие. И вот я говорю, один набор клинков остался у нас в таком варианте. Так что, если кому интересно, бронируйте. Второй нож универсальный, длина клинка 145 мм, ширина 29, толщина 2,6 мм. Так, толщина режущей 0,3 мм. И третий фрукт и овощи у нас. Третий у нас фрукт и овощи. Длина клинка 95 мм, ширина 21 мм, толщина 1,9 мм, толщина режущей кромки 0,3 мм. Вот такие вот, такой вот набор остался у нас. Ну, для чего сделан, как я сказал, чтобы не приставал лук и все остальное здесь будет. В принципе, шлифовка, как вот спрашивают, конвекс. Ну, вот это вот можно сказать, что конвекс. Это не клин от обуха, больше на конвекс похоже. Поэтому вот такой вот вариант, если интересно. Также к этому набору могу предложить такую вот подставочку под ножи. Компании Dubox их изготавливает. Здесь магнитная подставка. Ну, примерно вот так вот будут они стоять. Это на 5 или 3 ножа, в зависимости от ширины клинков. Вот так вот они будут стоять. Вы можете также
заказать без нас эту такую подставку. У Дубокс цена 6000 рублей. Что у Дубокс, что у нас 6000 рублей, так что без разницы. Просто если у нас ножи заказываете, лучше одной, наверное, посылкой получить. Но это вам выбирать, так что есть вот такие вот варианты подставки в таком цвете. Потом есть в таком цвете, если кому-то под кухню надо, в таком цвете подставки. Я говорю, вы можете заказать у Дубокс или у нас, без разницы, цена, стоимость подставки 6000 рублей. Так, ну и давайте перейдем к нашим ножам. И первый я сразу укомплектовал нашим налимчиком, то есть он в комплекте идет. Такой вот он карабкается. Почему уникальное дерево? Ну это кап ореха. Кап ореха, глядите, какой классный кап ореха. Если честно, когда мы начинали лет 7 назад, у нас был такой кап ореха. Первые партии вот он нам тогда прислал. Это орех из Дагестана. А потом, сколько не заказывал, вот именно такого кап ореха, такого классного, крутого, просто не было. Не было. И он мне позвонил, Шамиль. Сказал, что Славик, есть вот такой орех, какой ты долго ждешь. Я ему сказал, высылай весь. Вот мы его застабилизировали. И такой вот он получился. Просто классный. Если кого-то интересуют другие ножи в этом, с таким орехом, спрашивайте у Ивана, там еще есть немного. Но надо каждый зачищать, каждый смотреть, такой он или не такой, потому что не вся партия приходит с таким орехом. Ну, вообще, я говорю, не было несколько лет такого классного капа ореха, поэтому надо смотреть. Если кого-то интересует в таком орехе капе варианты других моделей, то пишите Ивану, будем зачищать, подбирать. Потому что, я говорю, так предсказать нельзя. Они там стабилизированные сейчас, не видно структуру. Надо чистить все. Но чистить просто так времени нет. Если кому-то под заказ, то мы найдем время. Ну вот, у нас рыбачок. Ну, показываю для тех, кто и первый раз смотрит про этот нож, хотя таких, может быть, и нету. Вот он сидит, рыбачит, или не один он. И вот вынимаем, и он со стаканчиком сидит, выпивает уже. Вот. Здесь вот за ним налимчик наблюдает, за рыбачком. Ну, а дальше налимчик его тащит уже за рыбаченного. Выручает налима. Так вот этот нож смотрится. Сталь Core X. Длина клинка 130 мм. Ширина максимальная 27 мм. Толщина 2,6 мм. Толщина режущей кромки 0,3 мм. Так вот это все выглядит у нас. Пяточка. Здесь рыбак хвалится, какая у него рыбина ушла. Ну а здесь он уже валенки в ауте. Ну это кто не видел. Далее с ножом еще идут вот такие вот кожаные ножны походные, если кому-то надо. Ну, в любом случае, они идут в комплекте. Вот. Давайте выложим ножны.
Ну, все подогнано хорошо. Ничего не улетает. Итак. Стоимость этого комплекта у нас по прайсу 29 500 рублей. И со скидкой подписчика 26 550 рублей. И далее у нас такие же варианты. Я не буду их полностью показывать. Я просто так вот покажу все. Они фактически одинаковые. Фактически одинаковые. Все три ножа. Сталь Core X, 62 единицы твердости с кривой обработкой. Дерево стабилизированное, как ореха. Вот. Клинки и размеры все одинаково. Внешний вид. Ну вот, второй покажу тогда. Второй вариант. И третий вариант. Если кто первый раз смотрит, это у нас рыбочистка. Действительно рабочая рыбочистка. То есть можете почистить рыбу, распотрошить ее. Это третий вариант. Просто красота. Кап ореха. Стабилизированный. Ну и на завершение у нас есть один скинду. Такой вот скинду у нас. В формованных ножнах. Сталь М390. Дерево стабилизированный, кап клена. Натуральный цвет вот такой подобрался. Глядите, переливается. Такой кап клёна тоже довольно редкий вариант. Натуральный, но при этом не совсем светлый, темный. Итого, длина клинка 88 мм, ширина 25 мм, толщина 0,25 мм. Длина рукояти 90 мм. По нему есть сертификат, но 88 мм. То есть до 90 миллиметров нож не требует сертификации. Вы можете его носить без бумажки. Такой вот. Для левши не подойдет, сразу говорю, потому что он сделан вот такая вот рукоять. С одной стороны у нас плоская, с другой у нас овал. Поэтому он только под правшу, только для правши. Того стоимость этого наш скинду 25 тысяч рублей. Со скидкой подписчика 22 500 рублей. Стоимость этого скинду сталь М398. Дерево стабилизированный кап клена. Натуральный цвет. Ну а на сегодня все. Все, что хотел показать. На сегодня все. Всем здоровья. Если кого интересует кухонный набор, стоимость кухонного набора в зависимости от материалов, какие. Ну, смекарты немного подороже будет, если кому-то нужно. Это надо подсчитывать, смотреть, какая смекарта будет. Вот, а как я говорил, если стабилизированные совы или березы, янтарь, стоимость у нас 39 900 рублей. Это по прайсу со скидкой подписчика 35 910 рублей. Это если кого-то заинтересует вот этот вот набор у нас. Ну а на сегодня все. Смотрите наши ролики, приобретайте нашу продукцию, делитесь нашими роликами с друзьями, родственниками, компаньонами.
Ну и всем здоровья, всем мирного неба над головой. Всем всего хорошего. До новых встреч. Мы пойдем работать.